Здравствуйте, мои красавицы. Здравствуйте, мои девчоночки. Без разницы, какого вы возраста. Вы всегда самые лучшие у меня. Давайте сегодня посмотрим расклад на тему, что же будет дальше между нами. Загадайте, пожалуйста, своего мужчину, назовите его имя, дату рождения. Назовите свое имя и свою дату рождения. Представьте его руки, его... Как он дотрагивается до вас. Его запах, представьте его глаза. Если вы с ним никогда не виделись, только онлайн, то возьмите фотографию, кстати. Посмотрите на его тело. Представьте, как будто он бы рядом с вами сидит. И вы у него спрашиваете, что же будет дальше между нами. Раскладывайте общие, поэтому не с каждым срезонирует четко. Каждый должен услышать свое. Насколько вы более углубитесь в эти ощущения, со мной мы войдем с вами в один поток, тем больше информации вы получите и услышите ответ на свой вопрос. Пожалуйста, мысленно задавайте вопрос. Он может даже быть не связан конкретно с темой расклада, но я постараюсь, чтобы вы услышали ответ на свой вопрос. А если вы не услышите, то... Посмотрите, пожалуйста, мои другие расклады, и вы найдете там то, что вам нужно знать. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше между вами. Мужчина ваш... Возможно, земного знака зодиака, возможно, нет, но он как бы в жизни очень уже, можно сказать, устоявшийся. Очень любит комфортные, почему-то пошла такая информация, диваны, кресла. Он любит там сидеть, развалившись. Возможно, у него есть животное домашнее, возможно, нет, но то, что вот он любит разваливаться на таких-то мягких диванах и креслах, это точно. Этот мужчина в свое время вас обманул. Предал, покинул, обидел и оставил. И вы находитесь в очень таком расстроенном состоянии. И вообще уже как бы думаете, господи, надо оно мне, не надо. Сидите, смотрите на дерево просто и думаете, что вообще происходит. Все, что было, оно ушло. Время потрачено зря. В общем, вы такая расстроенная. Но на самом деле у него есть чувства к вам, и он вам их притягивает на свои ручки. А вы их не видите, вы вообще отвернуты в другую сторону, но они у него есть, и они играют разными красками. Что же будет дальше между вами? Вы очень красивая женщина. Волосы любите собирать в пучок, в кульку. У вас может быть челочка. Любите свечи, любите травы. Любите цветы домашние, любите читать. Возможно, у вас есть дома птички или перья, где-то у вас стоят, украшают ваш дом. Вы любите такую полутьму и любите, чтобы так вот свет иногда, как гирляндочками или фонариками, вот так вот мигал. И также вы смотрите за лунным календарем. Вот такая информация идет о вас сейчас. Ну что же будет дальше между вами? У вас в жизни, между прочим, все хорошо, все стабильно, без проблем, все налажено. Но вот с этим мужчиной вы просто сидите, как у разбитого корыта. Такое чувство, что все, что у вас было, оно утекло в эту дыру, и вы сидите и не понимаете, как, знаете, у разбитого корыта, думаете, ну и что дальше, и куда оно? Но опять же, эта карта показывает, посмотрите, что сзади вас, вы просто не видите, эти чувства есть, как и на этой карте, посмотрите. Я при вас вытаскиваю эту карту, поэтому вы видите, что это говорят с нами Всевышние силы и дают нам эту информацию. Чувства его есть, но вы их на данный момент не видите. Хорошо, и что же будет дальше? Вы загадываете себе срок сами. И мы смотрим,
Распад. Что же будет дальше между вами? Дальше что будет? Дьявол. По колесу фортуны мужчина очень привязан к вам, и мужчина хочет проявиться, прийти. У него мысли горят огнем об этом. Он с вами проходит новый путь. Он с вами просто как по лестнице поднимается вверх. Ваши отношения ведут его во что-то светлое, во что-то ясное. Они его меняют. Так что ждем проявления, девчонки. Я уже с вами. Ну вот, смотрите, на дне колоды так же самое. Проявление он будет, он проявится в загаданный вами срок. Так что благодарю вас за ваши лайки, за ваши подписки. И буду рада с вами видеться YouTube, Instagram и Telegram. Пишите мне, пожалуйста, что отозвалось вам, что действительно так и было. Рассказывайте мне, будет важна очень ваша связь с вами. Очень важно слышать от вас то, что вы находите ответы на свои вопросы. Я безумно буду этому рада. Желаю вам шикарного времени суток. И знайте, что у Вселенной нет времени. На данный момент, когда вы открыли этот расклад, значит, сейчас вам нужно было услышать эту информацию. Хорошего дня!